Еще один мастер-класс в рамках проекта «Спорт во всем» провела Татьяна Бибик. Чемпионка Европы рассказала об азах бадминтона ученикам 121-й самарской школы. На спортивном празднике, которому даже ветер не оказался помехой, побывала наша съемочная группа. Разминка, отработка основных движений и, наконец, сама игра. На мастер-класс собрались все выпускники младших классов. Пускай ракетку держат впервые, здесь это не важно. Главное участие – веселье. И даже ветер не помеха радости от полета валанчика. Тем более, что и учителя непридирчивые. Такие мастер-классы еще не проводили. С таким массовым, тем более на улице, мы не сталкиваемся. У нас закрытый же зал, и вид спорта такой не предполагает таких погодных условий. Так что вот такое это, наверное, в первый раз. Мастер-класс прошел в рамках проекта «Спорт во всем» под эгидой Центра спортивной подготовки сборных команд Самарской области. Не первый раз мы проводим совместный проект с Центром спортивной подготовки. Сегодня на территории нашей школы проводим совместно мастер-класс с целью пропаганды здорового образа жизни. Бадминтоном ограничиваться не собираются. В рамках проекта «Спорт во всем» в ближайшее время проведут еще несколько мастер-классов в школах Самарской области. Кирилл Козин, Андрей Авдеев. Новости губернии.